Сейв от Кросс. Наконец-то ускоряет атаку мадридского Реала. Рядом Карим Бензема. Справа Криштиану Роналду, который получает мяч. Забегание делает. Великолепная Карвахаль. Роналду. Удар по воротам. Вот это атака. Реала много оружия. Повесили статистики, да, на стены. Афиши сегодняшнего матча. И должны были некоторые выстрелить. Вот так быстро забил мадридский Реал. И, конечно, то, что Роналду дождался Карвахаля, как идеально он сыграл с ним. И то, как получил ответную передачу, пробил бильярдом дальний угол, это фантастика. Но все началось с рывка Тони Кросса, и дальше Бензема очень здорово перевел мяч на правый фланг. Ювентус не успел вернуться в оборону, и ответная передача Карвахаля на Роналду уже рикошет. И рикошетик маленький, но важный рикошет Леонардо Бонуччи. Считают это как автогол центрального защитника Ювентуса. Все-таки Роналду этот гол заслужил. И Реал впереди. Ну вот он, Криштиану Роналду, который забивает важнейшие мячи в этом сезоне. В